Это там, где я был сегодня, 31 мая. Такое солидное учреждение. В первом же банке все получилось как надо. Видите, стеклянное. А то считают, Россия на обочине где-то. Ничего подобного. Обмен валют. Акционерное общество, фонари. И здесь обмен нам произвели. Не обмен, а Western Union сработал. А тут машин. По машинам на душу населения Барнаул входит, кажется, в десятку самых насыщенных машинами. На 700 тысяч человек где-то 138 тысяч машин. Все, ни в одной улице поставить негде. Это наш Сергей Павлович. Вот он, знаменитый еще. Ну, дует, конечно. Одну ко мне поближе так поднесите. Так, сотельную покажите так, чтобы видно было. Так, это я сегодня, 31 мая, нахожусь в банке и получаю из Америки полученное. Это, как правило, на детский лагерь идут, чтобы ответственность моя оправдывалась. В магазинах везде снимаем, даем полный отчет. Благодарю. Во славу Божию. Мне очень приятно было с вами познакомиться. У нас в России только 5 мест, где нельзя снимать. Это закрытое заседание Думы, таможенная территория, электрификация, газификация, это министерство. Все. Остальное везде. А то некоторые не знают, запрещают. Это 303 статья Уголовного кодекса подвергает опасности тех, кто запрещает. Чтобы вы знали это. Я ничего незаконного не делаю, по закону, и мы расстаемся. Я сейчас пересчитаю, возьму это все. Все.